Добрый день. Покажем вам, как пользоваться жидкой латкой. Берем тюбик жидкой латки. Его надо хорошо встряхнуть, чтобы составляющие были в одном целом виде. Встряхнули тюбик. Берем ацетон, либо 646 растворитель, либо жидкость для снятия лака, любое средство, которое может обезжирить. Важно очень хорошо обезжирить ремонтируемую поверхность. Обезжирили. Можете обратить внимание, дырка прогрызана мышами. Часто задают вопросы люди, что будет, если будет большая дырка, прорезанная мышами, будет ли затекать в нее жидкая латка. Вот мы черный цвет берем, скрываем тюбик, выкладываем, ровную поверхность делаем и наносим жидкую латку. Вот, нанесли жидкую латку. Дадим сейчас 2 минуты ей схватиться. Вот, и через 5-10 минут мы нанесем второй слой. Наносим второй слой жидкой латки. Добрый день. Вчера заваривали дырку от мышей на надувной подушке жидкой латкой. Вот обратите внимание, жидкая латка именно в цвет ткани, которую мы заваривали, черная. Вот, теперь давайте попробуем, как она держит на герметичности. Вот накачали подушку. Можете видеть, жидкая латка все держит. Теперь пробуем мыльным раствором. Все, никаких пузырей нету. Жидкая латка справилась.